И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. Virtual Life Online — это MMO, RPG, шутов от первого лица с элементами выживания. Вас ждут подуманные истории мира со своими особенностями. Большой и открытый мир, наполненный мутантами и волчьими аномальными зонами. Шахты, пещеры и волчьи подземелья. Ледовые монстры. Восьмиклонная сюжетная линия. Когда готовы, вам пришлось уже больше происходящего. Наличие воздующих фракций и кланов. 4 воздушных ваших персонажей со своими уникальными способностями и экипировкой. Наличие костюмизации позволяет вам создать уникального персонажа мужского или женского пола. И система развития персонажа учитывает навыки владения оружием и способностями персонажа. Заходи и играй. Ссылка в описании. Всем привет, с вами снова Лавок Фалкон, и сегодня мы будем играть в Mortal Kombat 11, походить первую чарку. Ну и перед началом ролика, прошу вас поддержать его лайком или дизлайком, написать коммент и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь что-то очень сильно помогает развитию канала. Вступайте в ВКонтакте и Телеграм, ну и пожалуйста, можете поддержать канал Донат. Все ссылки в описании. Этап 12 наш, но перед началом, вот что играть мы будем Жакана. Чтобы сразу набивать, давайте купим вот это вот. Четвертый этап Жакана. Под названием Шучи Гаваши. Заживаем. А сейчас просто почитаю. Во мне же милы, каны не стоят и ломаного гаваша. Им не хватает таланта и опыта править своими милами, так как вы правите кланом Черный Дракон. Право показать им, как приводить Машек по ковшу, получить их в уму важем. Так. Значит, мы будем пока это выполнять. Так, погнали. Делать чатка. А, собираемся играть, это Жакан называется. Скорпион дважды и Сабузила. Ну, поехали. Мог и не поживать башенку. Ну, уже пошла, так что ладно. Кто у нас нашел? Ну, погнали. Скорпион против Баваки. Ну, а сейчас уже будем играть Жакан. Может быть, как ваш, и будем проходить четвертый этап. Поживем, увидим. Я видел, как ты давался в Колизее. Сабзива было лучше меня в тот день. Сегодня ты тоже вряд ли победишь. Ну, посмотрим. Погнали. Неплохо. И первый раунд за мной. Раунд номер два. Так. Продолжаем сразу же с Скорпионом. Как все идет путем. Я все потайно удал. Ну, пожалуйста, все-таки за нами. Давайте в фрэндшип. Скорпион вытягивает мишку. Ну,
Ну, это бой получился тяжелым на Шваре. Но очень любой против Джонни Кейджа. Да ладно, нам только мерчендайзер, ты же кружку еще баба, шваль не продаешь. А лишь можешь погубить полюбую киновселенную. Погнать. Время поединка. Вот тяжкий бой. Но мы победим. А захват? Через путем. Новые друны, так как он ему наносил очень мало. Джонни Кейджу. Захват. Ну, 1-0, я думаю. Да, первая схватка позади. Посмотрим, какой будет вал номер 2. Надеюсь, он будет победным для нас. А что же он все равно пытается победить? Джонни Кейдж ведет в этом сражении. А то вход проходит. И даже мы уже имеем шанс на победу в этой схватке. Осталось чуть-чуть. Это будет за нами или нет все-таки? Надеюсь, будет. Так. Вынесло. Победа за нами.
Удачи, Фуденш. Ну, сегодня мы с вами. Путешествие продолжаешь. Научил любой против Джакш. Преисподняя подвела нас обоих. Значит, мы думаем об одном и том же. Нанесем им визит. Подбирает такой наш дужак. И пока что как-то что полный. Окей, 0-1. Зайдем дальше. Тяжелый бой. А вот это наш шанс. Наш шанс мне повыигрывать. Один один. Чудесный бой получился. Нам просто повезло. А главное не допускать тех ошибок. Так, захват. И комбат нам удался. Просто потрясающий камбэк у нас получился. А что, идем дальше? Погнали, научу любой против Кун Лао. Все монахи себя что убиты, Скорпион. Это дело рук девушек, а не моих. В это трудно поверить. Так.
все будет путем. Так. Опять справимся, я думаю, все-таки. Так. А мы ответим своим потайным ударом. Один ноль. Раунд номер два. Должен как бы и получать, потому что тяжким для меня. Ну мы справимся. А то вот кот повоколит. Точно в шель. И опять победа за нами. Пока все это нормально. Аж по пути позади. И ноль с любой против Китаны. Не стоит ворошить ляма плоть. Мне нужна магия Шанжуна. Ты не можешь снять кванш с помощью клона. Будем побеждать, дамы и господа. Блин. Вот мы и попались. Один ноль. Ну, постепенно прихожу на форму. И боюсь, что это полегче для меня. А жалко, я же был пока что против Джонни Кейджа. А шли бы и не были для меня так сложны. А, нет, не против Джонни Кейджа. Там же был бы против Джакши. Но потому что Джакши мог ошибаться и победить. Делаем фленшип. И победа за нами. Погнали. Теперь бой против Лейдена.
Как я могу помочь шевалю? Моим послужникам нужна дешеплина. Тогда подведи их небесных вам, Скорпион. Погнали. Блин, куда хилей там? Пока все путем. Один ноль. Погнали. А то выход проходит у нас в шель. Сейчас мы все равно победим. Я очень на это надеюсь. Сейчас победа будет за нами. Так оно и лезть. Погнали. И на очереди бой против Люкана. Дамы и господа, будет интересно. Ты так много потерял. Неудивительно, что ты предал свои идеалы. Кролик использовал мою голову для своих манипуляций. Я просто наблюдаю, но не осуждаю. Погнали побежать к Люкану, дамы и господа. Окей. Пока будет хорошо. Так, как нам надо. Неплохо. Попались ему. Так. Один ноль. Ну, пока он тоже тяжеловато пока приходится. Но пока у нас нет ни одного положения. Раунды мы поигрываем, но повалял все путем. Окей. И очередной планшет на подходе. Наш первый этап позади. Oh.
Теперь нам надо будет сделать фаталити. Скалопион против Сабазила. Окей. Подвинета. Ты снова стал плешивым. Я не могу избавиться от своей лялости. Позволь мне остудить от нее. Ну погнали. Я бы спрятался, потому что я его материал. Я сразу же его материал, такое дело. Да, сразу же будешь сражаться, без шансов, потому что сразу видно. Ты мне ничего сделать ты не можешь. Ну, мы все же плавимся. Просто ужасным материалами. Скорпион. Так. Думаю, этого хватит нам с вами. Погнали. Аля. Даже ну лишь головой нам будет сложновато. Я сам ши... Так.
небольшой шанс имеется все-таки. Ну, будем пытаться, шанс все-таки от выбора лечь небольшие, но лечь. Давайте попытаем счастье. Погнали. Все идет путем пока что. Один ноль. Второй раз мы были слишком осторожными. Так повезет, конечно. Так, неплохие шансы на победу мы сохраняем. Там же примерно ровны. Да, победа за нами. Так, надо делать фаталити. Так. Ты финашку не сделал, и пришлось бы опять походить. Это нам ни к чему. Ставишь мешать тем. И сейчас будет больше бузива против. Ну, пшайба-то. Тоже чисто просто победить. Туда, как же ты вывож? Это было шоу жить назад. Но ты все еще остаешься новичком. Погнали. Так. Пока идем никого. Так.
1-0. Ладно. Ну все, сейчас у меня неплохие шансы. Вот он, ну шайба. Вложу шоу, что не ношу. Шанша подумела на ловный. И победа за нами. Я тоже фанш приделаем. Спасибо, легко. Башенька понял уже? Да, башня повольна. И следующий у нас будет тошки. А сейчас по крипте немного погуляемся. Вдруг нам что-нибудь да выпадет. Погнали. Чего же, что нам должны мы налететь? По идее. О, сундук нашли. Наконец-то. Даже открыли. Так. Давайте закрывать сундуки. Так. Окей. Наш сундук. И мы пришли, получается. Так, так, так. Неплохо, так. Что так шундурки? Надо завоевать. Так.
неплохо, идем. Окей. Инсулт, что мы получили? Вот что-то есть. Шундуки двугашенные. Забиваем. Мы тогда просто не заметили его. И продолжаем открывать. Сундуки. А уже еще открылось. Какой-то веки мы получили. Что еще? А, Саша, еще же посмотрим то, что у нас новенького появилось. И на этом закончим уже. Персонажи. Шаукана и посмотрим, что ж ты. Просто что из первого столбика так у него есть что-то новенькое. Шлем. Пики. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем пока!